Очередной громкий скандал на Украине. Крайне правая националистическая организация УНАУНСО зарегистрирована Министерством юстиции как политическая партия. Напомню, что в России эта организация признана экстремистской. Ее деятельность запрещена. На Украине же ее члены теперь смогут принимать участие в выборах, в том числе и в местных, назначенных на октябрь. Напомню, что ранее сам же украинский Минюст признал, что в годы Великой Отечественной войны представители УНАУНСО воевали на стороне фашистской Германии. Именно поэтому в первый раз организация была отказана в регистрации. Теперь же чиновники почему-то поменяли свое мнение. Нынешние националисты никогда не скрывали того, что собираются продолжать традиции своих предшественников. Так, например, бывший лидер УНАУНСО Дмитрий Карчинский призывал бомбить жилые кварталы Донецка и Луганска и строить концлагеря для жителей самопровозглашенных республик.